Семена петрушки Бриз – это среднеспелый сорт. Подходит для выращивания в открытом и защищенном грунте. От посева семян петрушки Бриз до уборки проходит примерно 90 дней. Листовая розетка очень высокая, до 75 см, прямостоячая. Листья окрашены в темно-зеленый цвет. Они нежные, ароматные и хорошо отрастают после срезки. Уборку листьев производят периодически, по мере необходимости. Урожайность зелени 2,1–2,5 кг на квадратный метр. Сорт широко применяется в качестве пряной зелени в кулинарии, а также для переработки. Петрушка листовая Бриз – это травянистый высотой 75 см. Петрушка листовая Бриз имеет среднеспелый срок созревания. Урожайность петрушки листовой Бриз составляет 2,1–2,5 кг. Плоды имеют массу от 60 до 80 грамм. Цвет плода темно-зеленое блестящее. Петрушку листовую Бриз создал Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур. Годом создания растения считается 1995. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.